Всем привет! Вы на канале «Современные родители». И сегодня у меня очередной обзор на детские смарт-часы TCL MT40X. Расскажу о главных особенностях модели. Рекомендую подписаться на канал и включить колокольчик, тогда вы не пропустите следующий ролик. Свое мнение пишите в комментарии, там же задавайте вопросы и ставьте лайки. Не забудьте, что ссылки на модель смарт-часов из обзора вы можете найти в описании под видео. Это умные часы, созданные специально для детей и в помощь родителям. Больше не нужно беспокоиться за ребенка. Часы подскажут вам, где он, и помогут всегда оставаться на связи. Смартфон может сесть или остаться в школьном рюкзаке, а умные часы находятся с ребенком всегда. Вы в любой момент можете связаться с ним через аудио или видеозвонок, или обменяться голосовыми сообщениями в чате. При этом ребенка не будут беспокоить с незнакомых номеров. Доступ к звонкам имеют только те номера, которые вы указываете. Часы не только комфортные в носке и ударопрочные, но и очень стильные, а ремешок при желании можно заменить на любой другой, который понравится ребенку. Чтобы вы всегда были уверены, что сможете прийти на помощь в чрезвычайной ситуации, часы оснащены модулем GPS и кнопкой SOS. При нажатии часы сами дозвонятся до экстренного номера мамы или папы и разошлют координаты о местоположении ребенка. Часы будут не только охранником, но и веселым другом ребенка. Встроенные мини-игры помогут развлечься в свободное от учебы время. При желании эту функцию можно отключить. Также на выбор есть несколько экранов часов с веселыми персонажами. Для будущих спортсменов и маленьких непосед в часы встроены шагомер и счетчик калорий. Научите ребенка следить за физической активностью, а все данные вы сможете увидеть в специальном приложении в виде красочных диаграмм. Я проанализировала отзывы и сейчас расскажу об основных моментах, о которых говорят пользователи. Негативные. Создание аккаунта. Микрофон. Слабовато улавливает голос. Не всегда четко определяет место. Первоначальная настройка телефона в приложении. Немного громоздкие на детской руке. Часы откровенно глючные. Экран периодически моргает, открывается меню само по себе. Постоянно перегреваются и выскакивает предупреждение. Много брака, представители не отвечают. Положительные. Качество сборки, отстегивающийся ремешок, можно поменять при необходимости. Быстрое GPS-позиционирование. Читаемый шрифт, интуитивно понятный интерфейс. Внешний вид, цвет, экран. Экран хорошо откликается на прикосновение. С определением локации вроде не подводит. Выглядят достойно. Слышимость, если не в шумном месте на улице, достаточная. На этом обзор подошел к концу. Ваше мнение важно? Пишите его в комментарии. Также не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Включайте колокольчик и оставайтесь на связи. Выход следующего обзора совсем скоро. Все полезные ссылки на лучшие цены и актуальное наличие я оставляю в описании под этим видео. До новых встреч на канале «Современные родители».